Всем привет, дорогие зрители! Вы на канале Maximum Rage, и с вами Анатолий. И мы будем играть в игру под названием Черные Белые 2. Давайте начнем новую игру. Так, что у нас сейчас? Сейчас нам предоставят, скорее всего, выбор нашего питомца, нашего существа. Во второй части их всего 4, потом там есть аддон. Так, так все начиналось. Рождение Бога. Вызванная молитвой. Да, в этой игре нам предстоит играть за Бога. Рожденное из-за отчаяния. Рождение, точнее. Быть Богом. Владеть силами зла и добра. Ну, или доброты. Это твоя судьба, чувак. Смирись с ней. Вот мы видим, как наша божественная рука блуждает. Бог, ты нам нужен! Блуждает по космосу. Пытается найти мир, который ему нужен. Помоги, помоги нам, пожалуйста. Да я лечу, вы чё вообще, братаны? Все будет сейчас хорошо. Рука летит на помощь. Так, вот она, это доисторическая земля. Сейчас мы куда-то впишемся хорошенько, я чувствую. Нет? Так, ну все, обошлось. Все обошлось. Так, вот он, этот остров. Мы твоя совесть, частичка тебя. Мы будем помогать тебе быть тем, кем ты захочешь стать. Мы будем с тобой на протяжении всего твоего пути, где бы ты ни оказался. Но сначала тебе нужно освоить основы. И мы в этом тебе поможем. Тебе понадобится создание. Давай выберем его. Да, пробил они не очень хорошо. А вот они прикольные, да? Нужно выбрать одно, с которым будет, которое будет с тобой все время, пока ты в этом мире. This world. Хорошенько подумай, выбери свое создание. Давай мы расскажем вам об этих созданиях. Всех созданий можно сделать хорошими, приятными зверушками. Или они могут стать мощным орудием на войне. Каждый может таким стать. Это божье создание. И станет тем, кем ты захочешь. Все создания станут большими. Они могут быть хорошенькими или любопытными зверушками. Или они могут быть машинами на войне. Они будут хорошими или плохими в зависимости от вас. Да, как мы видим, здесь прям аж цветочки повырастали. Да, верно. Они могут любить и убивать. Создания могут быть предназначены для войны и господства. Мое мнение... Это было бы глупо. Выбранное создание будет развиваться в зависимости от поступков. Так, это можно как-то проскипать? А, да. Ой, я что-то проскипал. Я что-то скипнул, о нет. А, все нормально. Так, ладно. Так, теперь пришло время выбирать. Ну, я это знаю, ребят. Все, давайте, отстаньте от меня. Жмите на существо. Да. Слушайте, это нельзя проскипать. Так, о, моя рука! Моя рука! А я вот не знаю, кого бы мне взять. Лев, волк, корова, обезьяна. Да подумать, не, волка не хочу, я в прошлый раз его брал. Лев тоже у меня был часто. Обезьянку можно взять, наверное. Прикольная, наверное, вещь. Да, возьму обезьянку себе. Беру обезьяну. Отличный выбор.
Good choice. Но они бы сказали это на каждом. Так, все, давайте проскипаем это. Я хочу это проскипать. Да-да-да-да-да. Все свалили. Кандидат выбран. Сейчас я буду развлекаться с обезьянкой. Если вы понимаете, о чем я. Так, давайте пропустим эту землю. Они сейчас меня будут обучать, как вертеть камерой, как передвигаться. Это все я знаю, давным-давно знал. И пятый раз подряд уже это слушать надоело. Сейчас мы проскипаем карты, пока не начнется самая основная. И начнем приступать к основной замечательной этой игре. Так, так, это нельзя, да, проскипать? Да, это скипнуть нельзя. Ну, я не буду, наверное, все субтитры читать, я задолбаюсь просто. Я думаю, вам будет видно. Я на это надеюсь. Похоже, произошло что-то ужасное. О боже, Джонни, что делать, твою мать? Они бегут. Не, они не бегут просто от кого-то, они просто бегут в магазин, распродажа. Распродажа, да, вот что делать с людьми. А это, видимо, отстала от жизни, забыла, что распродажа. Вот еще ребята на распродажу бегут, видимо. Трусы стоят очень дешево. Тацтеки, они атакуют. Да не, они идут пошопиться. Че вы очкуете? Все хорошо, видите, сколько там магазинов впереди. А, ну это уже... это уже начинается жесть какая-то, потому что так поступать плохо. Кидать разные горящие какашки. Ого, бедная корова в поле битвы так отчаянно стояла и ничего не делала. Давайте пропустим эту землю. Здесь опять мне придется полуобучение, полуигровой процесс. Это мне не надо. Просто тошнит от этого. Я уже хочу в нормальную карту пойти. Там, где можно шалить, что хотеть делать. Так, если мне память не ошибает, не отшибает, то это тоже обучающая карта до сих пор. Вот это вот субтитры на английском меня напрягают немножко. Wonderful! Да, это люди, которых мы спасали, якобы. Ну, которых я вообще как бы не спасал, но по сюжету я их должен был спасти. Можно было, в принципе, здесь остаться, но здесь было остаться неинтересно здесь. Даже врага нет никакого. Я бы просто строился, строился и еще раз строился. Даже повоевать не с кем было бы. Отстой, как по мне. Да знаю я, что зеленый круг — это граница моего влияния. Да, я знаю, что нужно строиться, создавать больше людей, тогда будет расширяться поле, и тогда я стану круче. К обучению кормежки людей. Не, ребят, давайте мне другую карту опять. Да, так, все. Все, наконец-то, вот это последняя будет. Окончательная карта, уже нормально начинается. Прям нормальное месиво начнется. Здесь будут народ норды против... против меня. Так, Норс. Земля норманов. Я уверен, что они присоединятся к нам против ацтеков, и у них тоже есть монстр. Нам нужно построить здесь город, чтобы было... чтобы... нужно, чтобы племя стало больше. Сконцентрироваться. Нужно сконцентрироваться, и тогда мы услышим мысли ихнего командира. Вот, греки мои. Так, вот нам добрый ангел предлагает построить поразительный город, чтобы люди присоединились, а чертенок говорит, или если мы создадим большую армию, мы станем охотиться на них и победим их мечом. Да, здесь в этой игре можно путем... отстройки вот своего города, развивать его хорошенько. Тем самым... Так, где здесь пауза? Настрою пока камеру. Ага, так, у нас передвижение выполняется. Так, вот, вот этот весь остров. Вот ихняя столица, там, мне говорили, существо есть какое-то. Вот загон для существа, ну... А, не, вот он еще маленький. Ух, какой злой, коварный волк. О боже, ты мой. У них загон тут с поросятами. Где-то здесь, возможно, их не полководец, я же не помню. Не, ну его не видно пока что.
Вся суть в том, что можно их или завоевать, или поразить своим городом, и они к вам присоединятся. Так, давайте отожмем паузу и начнем строиться. Так, давай вот сюда. Ага, у меня еще... Так как я играю с самого-самого-самого начала, у меня еще не куплено ничего из нужного мне улучшения. Так, вот мы построили склад. Здесь хранится пища, дерево, руда. Вот мои люди все начинают разбретаться. Сколько у меня мужчин, женщин? 25 мужчин, 25 женщин. Давайте построим дорогу сюда. Так, здесь мне предлагают задание небольшое, чтобы построить стену. Да, стены, они очень важны для защиты нашего города. Нужно построить эту стену, чтобы быть уверенным, что норвежцы не придут. Нажмите на кнопку... Короче, блин, ребят, ну кого вы учите? Ну я уже тут прошаренный пацан. Все. Так, что ты там... Что он съел только что, я так и не понял. Эй. Эй, обезьян. Не-н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 е, надо его поругать. Больше... Да, поставь его, нате, под зопу. Не жри больше моих людей. Нельзя, да, все. Я никогда не буду есть поселенцев, даже если буду голоден, как собака. А вот играть с поселенцами я тебе разрешаю. Ой, видите, у него аж синяк на заднице остался. Ладно, сори, бро, сори. Малыш, сори. Ты, вот... Это, короче, строка обучения. Существо можно постоянно хвалить или ругать за содеянные действия. И он этим будет обучаться и будет знать, что ему можно делать, что нет. Так что вот так вот его можно обучать. Прикольно. У меня тоже есть как бы шкала добра и зла отдельно от него. И у него есть шкала добра и зла. Так, предлагают. Люди хотят дома. Ну, конечно, сначала поле сейчас построю где-то здесь. Огромное поле построим. Вот, отлично. Желательно жилой сектор построить там, где нету плодородной почвы. Здесь где-то начать можно. Сейчас мы начнем строиться здесь. Нормально все будет. Будем строить виллы пока что. Хотя нет, я хочу поместье начать строить, чтобы поразительностью сразу всех добивать. Давайте возьмем... Улучшение, чтобы хватать множество предметов. Купим. Горшочный рынок. Ну, мне пока что ничего не надо. Сейчас я найду тюрьма. Тут камеры пыток есть, кладбище, ясли. Так, я возьму поместье себе пока что. И все. Остальное я со временем сейчас возьму тоже. Так, давайте поместье будем строить. Прямо на границе, чтобы увеличивать наше влияние. Так, мне там за задание приходят еще монетки. Блин, черт подери. Сейчас, все будет хорошо. Я строю поместье сразу вместо виллы. Вилла это такое начальное здание. Оно приносит мало красоты. Вот видите, вот красота там падает. Ой-ой-ой-ой-ой, что я наделал? Так, сейчас надо это все. Так, где-то молоточек. Молоточек. Все, я развалил. Сейчас я вкратце объясню. Что да как, где в менюшке? Вот как вы видите, здесь у меня меню есть внизу экрана. Здесь закладки. Закладка строительства, обучение существа, потом профессии разные для существа. Закладка дань, как бы. Мне за выполнение заданий дают монеты. Монеты, деньги, дань. И я за эту вот валюту покупаю себе разные улучшения, здания и прочие вкусняшки. Дальше идет строка чудес. Можно построить алтарь, чтобы они молились. Тем самым я буду получать... Ой-ой-ой-ой, ты чё творишь, придурок? Пошел камень, буцнул, тот камень его чуть не придавил, он получил урон адский. Ладно, потом его обучу. Чудеса, да, вот видите, чудо воды у меня есть. А если они будут там молиться, приносить мне ману, то я смогу творить чудеса. Тоже их надо будет покупать. Дальше идет менюшка, здесь задание. Да, люди мои построили стену, как вы видите. И последняя... Черт подери. Последняя закладочка это... Это статистика. Здесь показывают, сколько мужчин, женщин, детей. И дальше тут есть разветвления разные очень. Можно зайти вот сюда, посмотреть.
на меня, на существо, вот. Построение существа. Пока что он нейтральный, он ноль. А так бы он был бы там несколько процентов добра или зла. Так, вот вы видите, он взял, пошел, сорвал дерево, отнес сюда, чтобы люди... Я должен собрать руду. Я собираюсь собрать эту руду. Видите, у него разные диалоги появляются. Это его мысли. Ну, не диалоги, а мысли. И после этих мыслей он совершает то или иное действие. Так, вот он, видите, он отнес сначала сюда вот дерево, потом руду. Пишет, что я собираюсь разорвать это дерево. Как видите, он выполняет все полезное. Он пошел, отнес дерево на склад, на стройку. Сейчас я его начну хвалить. Так, правильно. Молодец, дайте я почухаю. Индикатор заполнился, так, да. Правильно, иногда собираю. Ну, можно ему часто сказать, чтобы не сильно много. Да, частенько можешь строить здание. Так, вот, играть с камнями. Нет, это я пару шлепков. Ой, что-то я слишком больно ему по морде дал. Ой-ой, у него... Чувак, я тебе фингал набил. Сори, бро, я не рассчитал силу. Так, подъемник. Ну да, можешь, это он типа говорит, что он будет качаться моими чувачками. Ну, брать живых людей и типа использовать их как гантели, чтобы качаться. Очень хорошая вещь. Так, опять задание, видим, горит. Это сейчас они меня будут учить. Курсы обучения существа, это мне пока не надо. Давайте лучше возьмем руду, там переплавим чуть-чуть. Я собираюсь по... Не грызи. Так, надо ему шлепки давать. Нет, засранец, нет, да. Все. Нельзя хавать деревья. Поставь на место. Давайте мы ему дадим пшеницы, скажем, чтобы он ее... Подожди, да... Черт, он хотел почавкать камни. Нет, ешь пшеницу. Вот, все. Так, я буду есть зерно часто. Все, мы его погладили, он теперь будет зерно хавать. У него шкала пищи на половине. Настроение полное, усталость. Скоро он уморится и пойдет спать.